真火锅，镇压人民真火，今天真理了。建设、富强、民主、文明、和谐、美丽的社会主义现代化强国努力奋斗。Дом народных собраний. Знаковое здание на площади Тяньаньмэнь. Его построили в 1959 году, накануне десятилетия со дня образования Нового Китая. Прошло уже 60 лет. Здание по-прежнему выглядит торжественно и изысканно, гармонично дополняя архитектурный ансамбль на площади Тяньаньмэнь. В августе 1958 года ЦК КПК предложил возвести 10 великих построек Пекина, чтобы продемонстрировать новый облик Нового Китая. В этом списке на первом месте находился Дом народных собраний. До дня образования КНР в 1959 году оставалось менее 400 дней. За такой короткий период времени требовалось построить 10 больших зданий. Насколько сложной была эта задача? Чтобы ответить на этот вопрос, можем сравнить, сколько времени понадобилось для сооружения других известных зданий, построенных в то время в мире. Здание штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке строили 7 лет, Дворец наций в Женеве — 8 лет, Сиднейскую оперу, сооружение которой началось всего на год позже 10 великих построек Пекина, строили целых 14 лет. Особое преимущество социализма заключается в том, что с помощью сконцентрированных усилий можно быстро осуществить крупные начинания. 33 лучших архитектора из 17 провинций и городов собрались в Пекине. Десятки тысяч рабочих участвовали в строительных работах. Сотни тысяч людей участвовали в качестве волонтеров. Мудрость и патриотизм народа позволили сотворить чудо в истории мировой архитектуры. Эти решительные, преисполненные высоких порывов улыбки отражают пламенный энтузиазм тех лет. Они до сих пор способны тронуть нас до глубины души. На китайской земле с населением более 600 миллионов человек был установлен социалистический строй. Это стало эпохальным событием, сплотившим население страны, дав им небывалое вдохновение для всестороннего построения социалистического общества. Нефть — это кровь промышленности. Потребность в нефти для быстрорастущей промышленности Нового Китая была острой, как никогда раньше. Западные силы продолжали экономическую блокаду КНР. Они настаивали на том, что Китай, как страна с бедными нефтяными ресурсами, не способна развивать промышленность. Но китайцы не верили этим злым утверждениям. Группа геологов и многие молодые геолого-разведчики, невзирая на трудности и лишения, неустанно искали месторождения нефти в пустынях, в Гоби, везде, где только существовала такая возможность. —
Геолог Ли Сыгуан, вернувшийся в Китай в 1950 году, занял должность министра геологии. Основываясь на теории триггерного происхождения нефти, разработанной совместно с Пан Чжунсяном, он полагал, что главными целевыми регионами по поиску нефти должны быть Цайдамская и Сычуанская котловины, Северо-Китайская и Северо-Восточные равнины. В конце сентября 1959 года китайский отряд по поиску и разведке нефти наконец открыл первую скважину для стабильной добычи нефти на территории северо-китайской равнины Сунляо в уезде Джао-Джоу провинции Хэйлунцзян. В то время как раз проходило празднование десятилетия образования КНР, поэтому люди назвали это нефтяное месторождение месторождением Дацин, то есть Великой Радости. В 1960 году ЦК КПК утвердил план о срочном направлении 40 тысяч человек на Дацинское месторождение для строительства там необходимых сооружений. В то время условия были крайне сложными. Не было дорог, не хватало нужного оборудования, особенно оборудования для подачи электроэнергии и воды. Десятки тысяч людей хлынули на эту пустынную равнину. Но смогут ли они прочно встать там на ноги? Ван Цзиньси был командиром буровой бригады номер 1205. Его называли «железным человеком». Благодаря стальной воле и духу самоотверженной работы, его имя навеки связано со строительством Дацинского нефтяного месторождения. После начала строительных работ, за неимением погрузочно-разгрузочного оборудования, Ван Цзиньси и его товарищи-рабочие вручную перетащили к месту скважины буровую установку весом более 60 тонн и установили ее. Из-за слишком сильного пластового давления, когда вторую скважину пробурили до глубины 700 метров, началось фонтанирование скважины. В критический момент Ван Цзиньси взял на себя инициативу и прыгнул в амбар для бурового раствора с высоким уровнем щелочности, чтобы своим телом мешать раствор. В итоге фонтанирование прекратилось. Прошло более 3 лет упорной борьбы. В 1963 году годовая добыча сырой нефти на Дацинском месторождении составила более 4 миллионов 393 тысяч тонн. Это 67,3% от объема добычи сырой нефти в стране. 2 декабря того же года на 4-й сессии ВСНП 2-го созыва Чжоу Энлай торжественно объявил: «Наше государство может обеспечить себя необходимыми объемами нефти». С Китая, наконец, можно снять ярлык страны с бедными нефтяными ресурсами. Январь 1964 года. Мао Цзэдун обратился ко всей стране с призывом в промышленности учиться на примере Дацина. Дацинское месторождение вышло на передовую промышленного фронта Нового Китая. В те годы пламенного энтузиазма на обширных землях сельского Китая тоже происходили потрясающие изменения. Грохот взрывающейся горной породы переносит нас на южный склон горы Тайханшань, уезд Линьсянь провинции Хэнань.
Эти люди, которые на тросах словно обезьяны летают между скалами, делают это не ради красочного представления. Здесь, на высоте несколько сотен метров над землей, они прокладывают в скале канал. Через него в уезд Линьцзянь будет поступать вода из реки Джанхэ, находящейся на расстоянии более 100 километров отсюда. Этот знаменитый инженерный проект по переброске воды из реки Джанхэ в уезд Линьцзянь люди назвали каналом Хунси. Проложить в скале из твердого песчаника канал шириной 8 метров и глубиной 4,3 метра – отнюдь непростая задача. Рабочие обвязывались веревками и спускались вниз по скале. Там они, цепляясь за камни, словно гекконы, долбили горную породу. Движения рабочих кажутся легкими и беззаботными. Но на самом деле их жизнь все время висела на волоске. Командир ударной бригады Жэнь Янчэн 4 раза получал серьезные ранения и чудом оставался жив. Воды реки Джанхэ потекли через гору Тайханшань. Благодаря стальной воле и решительности преобразить местный природный ландшафт, жители уезда Линьцзянь прямо через гору Тайханшань проложили 1500-километровый канал Хунси. Люди также называют его «рукотворной небесной рекой». Тысячи лет местные жители мечтали, чтобы на их земле появилась вода. И, наконец, они осуществили свою мечту. Пример Джоу Энлай как-то сказал: «Синяя лента, опоясывающая крутые скалы горы Тайханшань и большой Нанкинский мост через реку Янцзы – это два чуда, созданные Новым Китаем». В то время как жители уезда Линьцзянь прокладывали канал на южном склоне горы Тайханшань, жители села Даджай, расположенного у северного подножья той же горы, также приступили к одному проекту. Под руководством местной партийной ячейки жители села Даджай, начиная с 1953 года, в течение 5 лет построили более 180 террас общей длиной 15 километров, превратив таким образом горный склон площадью 20 гектаров в террасированные поля. Сельское хозяйство – основа, промышленность – ведущая сила. Свернуть горы, преодолеть все препятствия и преобразить Китай – к этому стремился китайский народ в ту пламенную эпоху. Новому Китаю потребовалось 20 лет, чтобы в основном создать независимую целостную промышленную систему и систему народного хозяйства. Это заложило прочную основу для развития современной экономики Китая. Странам Запада понадобилось для этого 200 лет. В начале 60-х годов 20 века в международной обстановке произошли новые потрясения. Ситуация вокруг Китая внезапно обострилась. Вмешательство США в войну между Северным и Южным Вьетнамом постепенно расширялось. Вопрос экономической работы для подготовки к войне стал важной повесткой дня для партии и государства. 27 мая 1964 года Мао Цзэдун созвал расширенное заседание Политбюро ЦК КПК для изучения вопроса создания Третьего фронта промышленности. Так называемые три фронта определялись по регионам. Первый фронт – это приморские регионы, второй – это центральная зона, а третий – это земли в тылу. Третий фронт включал следующие территории: на юго-западе – Юннань, Гуйчжоу и Сычуань, на северо-западе – Шэньси, Ганьсу, Нинся и Цинхай. В июне того же года Мао Цзэдун на рабочем совещании ЦК заявил: «Пока существует империализм, существует опасность войны.
Мы не возглавляем штаб империализма и не знаем, когда он собирается развязать войну. Нам необходимо построить третий фронт промышленности, а также развивать военное производство на территории первого и второго фронтов. Так будет намного спокойнее. ЦК быстро определил основной принцип по ускорению строительства третьего фронта промышленности. Надо учитывать угрозу возможной войны и необходимость к ней подготовиться. Вместе с тем, как ЦК ускоренными темпами планировал строительство Третьего фронта, большое число вузов и научно-исследовательских учреждений присоединились к движению на Запад. Университет транспорта сделал это даже еще раньше. В 1955 году ЦК партии решил переместить основную часть университета транспорта из Шанхая в Сиань. Двигаться к современной науке, строить Северо-Запад. Руководствуясь такими побуждениями, преподаватели и студенты университета сели в поезда и отправились в западном направлении. Согласно статистике, из 767 преподавателей университета 537 переехали в Сиань. Это составило более 70% от общего преподавательского состава. Они верили, что обеспечение потребностей государства – ответственность их поколения. Несколько десятилетий они посвящали себя строительству Северо-Запада. Переезжая туда, они помнили о большой цели, не искали выгоды для себя, развивали и традиции, и дух новаторства. В 2017 году некоторые из профессоров, переехавшие в те годы в Сиань, написали письмо председателю Си Цзиньпину, описав историю своей борьбы. Они десятилетиями держали в себе эти слова. В декабре 2017 года они получили ответ от председателя Си Цзиньпина. Они даже не могли подумать, что это случится. В письме он выразил надежду, что преподаватели и студенты Сианьского транспортного университета сохранят дух движения на Запад, будут и дальше отдавать свои знания и силы ради великого дела развития западного района и государственного строительства. Наставления председателя вызвали у профессоров самые теплые чувства. Из многих объектов Третьего фронта промышленности Мао Цзэдун больше всего беспокоился о строительстве металлургической промышленной базы в Панчжихуа. Однажды он подчеркнул, что эту базу необходимо строить быстро, но не небрежно. «Если Панчжихуа не заработает, я не смогу уснуть», — говорил он. Панчжихуа, май 1964 года. Эти горные края множество лет хранили молчание. И вдруг здесь раздался громкий грохот, ознаменовавший большое начинание в Панчжихуа, которое заставит весь мир содрогнуться, взбудоражит все человечество. Десятки тысяч строителей, собранными в попыхах вещами, прибыли на берег верхнего течения Янцзы Цзиншадян. Здесь, без городской опоры, без железнодорожного сообщения, в условиях сурового климата и острой нехватки материальных ресурсов, им предстояло построить крупномасштабную металлургическую базу. Это задание было не из простых. На камнях котелки для еды, среди гор стояли палатки. Небо было занавеской, а земля служила кроватью. Дикие съедобные растения с солью – вот и вся еда. Это точное описание условий того времени. Сотни тысяч строителей за 5 лет превратили эту безлюдную пустошь в металлургическую базу, попавшую в центр внимания всего мира. Первого июля 1970 года в Панчжихуа домна выдала первую плавку. В воздух взлетели искры стали. Это было поистине величественное зрелище. В тот же день для движения открыли Чэнду-Кунминскую железную дорогу. Общая протяженность этой железной дороги составила 1096 километров. Рельеф местности и геологические условия вдоль дороги были чрезвычайно сложными. Эксперты многих стран мира утверждали, это запретная зона для строительства железной дороги.
Но ничто не могло охладить пыл и энтузиазм китайского народа в его желании преобразить свою прекрасную родину. Целая армия строителей проливала пот и кровь, чтобы все-таки проложить эту необычную железную дорогу. В ходе строительства Чэнду-Кунминской железной дороги длиной 1096 километров погибло более 2100 человек. По одному герою на каждые 500 метров. Строительство Третьего фронта промышленности позволило в широком масштабе поменять структуру расположения промышленных предприятий в Китае и изменить ситуацию в отдаленных регионах страны. В те годы пламенного энтузиазма родилось множество героев. Лэй Фэн, погибший при исполнении служебных обязанностей, был обычным солдатом Народно-освободительной армии Китая. Но его дух искреннего служения народу стал образцом для подражания для людей всей страны. У Дзяо Юйлу был рак печени. Терпя сильную боль, он возглавлял кадры и массу уезда Ланькао в борьбе со стихийным бедствием. За это местные жители именовали его не иначе, как хорошим партийным работником. Великий вклад народа и достойные поступки героев доносятся до нас из прошлого и вдохновляют новые поколения. Небывалый энтузиазм, с которым люди приступили к строительству социализма, это дух дацинского нефтяного месторождения, дух бомб и одного спутника, движение на запад. Это дух той эпохи, значительно обогативший наш революционный дух. Двигаться к современной науке. Этот громкий лозунг звучал на волне строительства нового Китая. В 1960 году преподаватель Хунаньского сельскохозяйственного училища Юань Лунпин приступил к исследованию технологии выращивания гибридного риса. В то время средняя урожайность заливного риса составляла примерно 15 центнеров с одного гектара. Продовольственная проблема стояла довольно остро и требовала срочного разрешения. Прошло немногим более 10 лет, и к 1975 году технология выращивания гибридного риса Юань Лунпина увеличила среднюю урожайность риса до 45 центнеров с гектара. Ученые до сих пор продолжают совершенствовать эту технологию. Технологии третьего поколения выращивания гибридного суперриса позволили увеличить урожайность до 150 центнеров с гектара. С 17 сентября 1965 года Китай впервые в мире искусственно синтезировал бычий кристаллический инсулин. Это также был первый в мире искусственно синтезированный белок. Ту-Ю-Ю в 2015 году была удостоена Нобелевской премии по физиологии и медицине за открытие артемизинина – чудодейственного средства для лечения малярии. Исследования по этому проекту начались 23 мая 1967 года. Тогда в Китае запустили проект 523 по разработке новых противомалярийных препаратов. 5 лет спустя команда Ту-Ю-Ю в сотрудничестве с другими учреждениями успешно разработала артемизинин. Это средство спасло миллионы жизней и стало огромным вкладом в дело улучшения здоровья человечества. Физическое и психологическое здоровье людей зависит не только от всестороннего развития отдельного человека, но и является важной миссией, которую должно взять на себя государство. Раньше Китай был в числе стран с самым высоким уровнем заболеваемости – шистосомозом. От этого заболевания страдали 10 миллионов человек, проживающих в бассейне реки Янцзы и прилегающих к югу 12 провинций, городов и автономных районов. Сотни миллионов людей находились под угрозой заражения. 17 февраля 1956 года Мао Цзэдун на Верховном государственном совещании выступил с призывом ликвидировать шистосомоз.
30 июня 1957 года газета «Жэньминьчжибао» сообщила, что в уезде Юйдиан провинции Цзянси впервые в стране был уничтожен возбудитель шистосомоза. После прочтения этой новости Мао Цзэдун всю ночь не мог уснуть. Тогда он с радостью взялся за кисть и написал семисловный уставной стих «Прощай, бог чумы». «Ветер осенний ивы качает, и тополя, смотри. 600 миллионов граждан Китая, как Яо и Шунь, умны. Малиновый дождь, если только прикажем, поднимется вверх волной. А горы лазурные станут мостами, коль мы захотим с тобой. 5 горных хребтов, что до неба достали, мотыгами из серебра мы выровняем землю стальными руками. К 3 рекам нести пора. И спросим мы бога чумы, ну куда же, куда ты пойдешь, господин? Зажжем мы бумажные лодки и свечи, и небо все вмиг осветим». В 1965 году Мао Цзэдун издал указание сосредоточить внимание на медико-санитарной работе в сельской местности. Так в Китае начали повсеместно появляться так называемые босоногие врачи. Новый Китай, полагаясь на новые экономическую и социальную системы, создал новую уникальную систему здравоохранения. В условиях низкого уровня экономического развития, выполнения многих задач в сфере индустриализации, располагая ограниченными ресурсами, получилось обеспечить полный охват населения базовыми услугами в сфере медицины и здравоохранения. По мере строительства и развития нового Китая менялось и его международное положение. В 1950-х годах Китай выдвинул 5 принципов мирного сосуществования, принял участие в Женевском совещании и Бандунгской конференции. Все это помогло расширить международное влияние КНР. В 60-х годах 20 века, борясь с международным великодержавным гегемонизмом, Китай активно развивал отношения с большим количеством азиатских, африканских и латиноамериканских стран. Это улучшало международную атмосферу, в которой находилась КНР. Смеющийся человек на этой фотографии – руководитель китайской делегации на 26-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Цяо Гуаньхуа. Благодаря этой фотографии мы до сих пор можем ощутить уверенность и гордость, которые содержались в этом непринужденном смехе. Благодаря неустанным усилиям, а также поддержке многих стран Третьего мира и других государств, отстаивающих справедливость, в октябре 1971 года на 26-й Генеральной Ассамблее ООН Китайская Народная Республика восстановила свое законное место в ООН. Мао Цзэдун в чувствах отметил: «Это африканские братья помогли нам вернуться». В начале 70-х годов Мао Цзэдун выдвинул теорию разделения стран на 3 мира. Эта теория сыграла важную роль в борьбе с гегемонизмом и в деле защиты мира во всем мире. Февраля 1972 года американская делегация во главе с президентом США Ричардом Никсоном прибыла в Пекин. Руки лидеров двух государств соединились в крепком рукопожатии, пересекающем самый обширный океан в мире. В тот же день после обеда Мао Цзэдун провел встречу с Ричардом Никсоном. Этот человек, который режиссировал эту историческую встречу, изменившую весь мировой порядок, улыбнулся и сказал Никсону: «Давайте поговорим о философии. Конкретные вопросы пускай решают другие». Шесть дней спустя Китай и США подписали совместное коммунике. Это стало началом нормализации отношений между двумя странами. В начале 70-х годов прошлого века КНР активно устанавливала дипломатические отношения со многими странами мира. Китай восстановил дипотношения с более чем 40 странами мира, в том числе Италией, Федеративной Республикой Германия и другими государствами. Завершилась 20-летняя блокада Китая со стороны западных государств. Сформировалась абсолютно новая структура международных отношений. К концу 1976 года Китай установил дипломатические отношения со 110 странами мира.
Китай играл все более активную и важную роль в международных отношениях. Он стал мощной силой на международной арене, которая всегда стояла за справедливость и обеспечивала мир во всем мире. В 1963 году Мао Цзэдун излил свои чувства в стихотворении в жанре ци «Мандзянхун». «Еще очень много дел, так сделаем их сейчас. Вращается мир людей, и время торопит нас. Как долго идут года? Ждать тысячи лет нет сил. Момент нам ловить пора». Да, в те годы пламенного энтузиазма и великих свершений ждать тысячи лет действительно не было сил. Новый Китай должен был ловить момент и, невзирая ни на что, смело идти вперед. Just you.